большое спасибо. Спасибо. Я хотел бы выразить свое мнение в отношении обвинений, приверженных немножко. Да, конечно. Если. Я хотел бы признать себя виновным по обвинениям, приверженным мне. Но я не хотел, намерение не хотел никогда нарушать какой-либо закон Российской Федерации. Я торопилась, упаковывая свои вещи, багаж. И случайно эти картриджи оказались в моих вещах, в моем багаже. Далее я хотел бы давать свои показания. Позднее. Наш подзащитный признал вину. Вот она обратила внимание суда, что совершила она этот поступок по неосторожности, не намеренно. Соответственно, все детали будут, наверное, чуть позже, но мы, безусловно, надеемся на снисхождение суда. Почему? С учетом всех обстоятельств дела, с учетом личности нашей подзащитной, мы считаем, что признание вины должно быть, безусловно, принято во внимание. Сколько денег? На каком?